ничего не скажешь. Счастливчик потерял ногу. Всем привет, друзья! С вами Евгений, и в рамках рубрики «Ретроспектива» мы продолжаем прохождение игры Call of Duty 2. Всем приятного просмотра! Так, у нас задание засечь местоположение вражеского обзорного пункта. Ай, чувак, ты, блин... Так. Оп. Хедшотик. Оп. Где-то справа еще есть. Да. Вот он. О, классная винтовка. Все? Вот, нет, и все. О! Молодцы, ребята! А что, может нам здесь лучше обойти? Сейчас мы... Фу! Нифига себе! И так тут можно! Вот орёт там, как резанный! Молодец ему. В упор зарядил. Опа. Это фартовый. Эй. Да сколько вас там? Нормально. Еще ты? О, молодца, мужик. Так, ну нам куда-то в эту сторону надо продвигаться. Опа! Так, отходим. Он закладывает мину, молодец. Блин, как они заколебали. Вот так. Немцы! На верхнем этаже! Вот. А тут мы обойдем? Нет. Увы. Ох, нифига. Зарядили. Фартовый мужик по каске ему попал. Ну чё там? Вот везучий. А, так он еще не один там. Так давайте бейте, что вы стоите, смотрите. Ах ты. По-моему, все. О, нормально. Фартовый. О. Блин, отбросить нельзя, походу. Вот это не кайфово. Ох, молодцы! Еще один, да? Нет. Всех повалили. Так, перезарядка. Давай, лезем наверх. А, вот он один. Пехотинец. Так, что у нас тут за задание? Уничтожить орудийные расчеты. Сейчас будем пробовать... Уничтожать. Так, нам куда? Сюда? Там мы уже давно двигались. Ой! Вот это я лихо. Так, отсюда их не видно. К сожалению. Есть. А, не, вы смотрите, я ему в каску попал. Да, блин, что ж фартовые такие. Знаете вам. Да ё-моё. Так, ты меня заколебал.
дал ему далеко откинуть. О, живую. Отлично. Так, что у нас тут? Надо бы гранаток пополнить запас. Есть. Подозрительные звуки. Опа. Да блин, нифига он уворачивается. Оп. Хедшотик. Блин, фартов. Да куда ты на прицел залазишь? Опа. Опа, а ты здесь откуда? Надеюсь, я там их нормально поднакрепил. Так. Да. О! Товарищи! Где наши бойцы вообще? Смылись все куда-то. А мы их в спину. Ха! А, вот вы эти псы. И танк здесь, походу. Блин, оп. Е. Двоих снес. А где танк? Опа. Так, ну нам бы... Сюда бы дымовую. Чтобы нас тут не расстреляли просто-напросто. Еще можем обойти вот здесь. Нет. К сожалению. Тут нам путь открыт. Кстати, вот там мог бы снайпер сидеть. Немцы! На первом этаже! Берегись, о! Это уже наш. Это хорошо. И не один. Так, главное, чтобы меня сейчас тут взрывом не накрыло. Блин, кто там такой меткий? Падла. Чё вы его взорвали? Ну наконец-то. Так, где у нас там расчёты? Ух ты, подонок! Ты посмотри какой. Ещё и танк даже взорвал. Тот дорого за это заплатил. Ох, хорош. Так, главное, чтоб к нам никто не приехал. Воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, мужики. Я мирный. Блин, сзади откуда-то. Вы вообще куда смотрите? Как тебя там? Небось стрелять на посуде учились? Как и я. Че, тут где-то? Куда вы смотрите, блин? Я тут целый расчет раскидал. Всего лишь двумя гранатами. О! Отходим. Там тут сюрприз подкинули. Все. На верхнем этаже! Нет, вот теперь точно все. Больше не будет на своем собачьем языке нам тут указывать.
Вот, да, мужчины. Все? Нет? Ух, ёба, иди так топка. Не ждал, да? Вы видели, куда гранату закинул? Ну что, у нас один расчет остался. Я думаю, мы к нему уже подбираемся. О! А ну идите сюда. Вы посмотрите на них. Да мне здесь хорошо, спокойно. Никто не тревожит, если что. И всех видно. Офигеть он. Живучий. Живучий риц. Видимо, самый чистокровный. Вы посмотрите, его пули облетают. О! Все. Спокойно отдайте, я гранат пособираю. Еще гранат даже нет. О, все. Собрал. Так, куда он сказал там идти? Тут проход есть. Наверх нельзя пройти, увы. Ага, вижу. Что там, мечеть? А ну, если мы вот так сделаем. Мечеть трогать нельзя, это святыня. Да, походу они тут респаться начинают. Убитый. Я ему гранатой в репу прям зарядил. Окей, я на пулемете. Товарищ, уйди отсюда. О! Танк это хорошо. Да! Мать, топил за рулем. Да по-любому это засада. Ух ты. А ну-ка. Да блин, он бронированный. Так. Подонки. О, проскочили. Так. Ну, проскочили мы, конечно, в очень хорошее место. Воу. Так, дайте хоть отдышаться. Какой тут отдышаться на войне, да? Охренеть. Так, минус. Еще один. Да у вас все трупы, и русиш, и энглиш. Сволочь.
надо пробираться вперед. Иначе ничего хорошего не выйдет. Да. О, лопнула банка консервная. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин! Ох ты! Кто позволил им сюда подняться? Опа! Сволочи! Ой, отходим! О, какое тут место классное! Так, вылезай, подонок! Прикиньте, я промазал. Ага, отсидил малёха. А ну выходи, где ты там? Че, не хочет выходить? Да-да-да-да-да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это фартануло. Так, и гранаты закончились. Но у нас есть дымовые. Они, в принципе, нас могут выручить. Рядом с кочками! Бей прицеп! Так, а если я сюда заскочу? Куда побежал? Сюда иди. Все, этот готов. Так, опа. Ну все, молитесь. Молодцы, мои бойцы. Ох, там кто-то жарит крепко вот здесь вот. Ну, вперед. Нифига, я еще мимо фрица пробежал. Пули, ну убивай там. Впереди. Опа. А как тебе такое? Отлично. Мне вернули, походу. Ну, вылази. Падла. Патроны закончились, надо же. Так, вроде попал. Чё здесь? О, ух ты, ё-моё, в натуре закончились. Да блин, вот придурок. Блин, это танк? Ух ты, ё! Мужики, отходим. Желательно внутрь. Так. Есть еще один. И еще один где-то, да? Или нет? Ух ты, ё-моё. Вот это я не очень удачно выпрыгнул. Фух. Ну чё, нам надо как-то валить его. Граната!
О, хорошо. Надеюсь, он его убил. А, отваливаешь, да? Ну чё? Он куда? Да-да, подкрепление так бы и прибывало из дверей пачками. Ох ты! Это чё за... А, ну молодец, он по своим, по мне проехал. Чё, красавец наш танк. Давайте за танком укрываясь вперед. Вот так. Оп. Кто-то пошутил. Явно не понимаю, что я шуток не люблю. Да. Нифига там кто-то меткий. А, вон он. Падла. Но он не один. Вот. Все. Они наш танк завали. Ах ты сволочи. Я вам сейчас устрою. Сейчас, подождите. Дайте я вокруг обойду. Сейчас я вам такое устрою. Вы будете меня помнить как адский ад. О, зенитка. Вот мы и добрались. Повезло ему, что я до него не добрался. Сейчас рванет по красоте. Да? Да! Впереди! Ух ты! Так, наступаем. А на зенитку сесть нельзя? Можно? Ха-ха-ха-ха! Упс. Вот сейчас надо отваливать. О, да, тут этих ребят. Этих ребят тут много. Но мы сейчас устроим, посмотрите, не попадает. Так, а откуда они лететь-то будут? Ага, вот. Понял. Понял, понял. Ну уже. Отлично. Их зона не сильно далеко находится попадания. Так. Следующий. Да я отлично стреляю. Они даже не маневрируют. Кто их только летать учит? И не стреляют. Что удивительно. Да сколько вас тут будет? Целая эскадрилья, что ли? Молодцы, парни! Теперь обыщите тут все. Ищите документы и боеприпасы. Выдвигаемся через 2 часа. Свободные! Ну, отлично.